25 января – праздник студентов. Также его принято называть Татьяниным днем. Дата связана с памятью святой Татьяны Римской. И именно в этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Наша съемочная группа познакомилась с теми, для кого 25 января – двойной праздник. Как и чем живут сегодняшние студенты? В сюжете Анны Троян. Ловись, халява, большая и маленькая. Применять известную примету на себя Татьяне Цигуровой не приходится. Студентка юрфака таможенной академии, круглая отличница, пятерок добивается своим трудом. Очередная сессия позади, но девушка не расслабляется. Ведь на кону мощная мотивация – стать федеральным судьей. Оттого и учеба Татьяне дается легко. Учить большой объем информации не всегда есть в этом какая-то большая необходимость. Многие отрасли права, они взаимосвязаны, и, в принципе, необходимо вычленить какие-то особенности. Студенчество – это такое время, когда ты можешь стать более самостоятельным, дисциплинированным. Большинство студентов нашей академии – это те, кто приехали из других городов, и жизнь в общежитии, она помогает как-то наладить свой быт. По-настоящему взрослая Татьяна Цигурова чувствует себя в полной мере. Все свое свободное время она посвящает научной деятельности. Другая Татьяна, но уже с таможенного факультета, проживает студенчество совсем иначе. Профессиональная баскетболистка – спортивная гордость таможенной академии. Спортивные увлечения не то, что не мешают грызть гранит науки, а наоборот, помогают девушке. Спорт, он больше, скорее, являлся сферой, где можно отвлечься, расслабиться, переменить, в принципе, окружение и как-то собраться, может быть, в какой-то момент выпустить пар. Теперь при участии Татьяны Беловой в вузе работает спортивный клуб. Инициативные студенты привлекают единомышленников в ряды любителей активного образа жизни и защищают честь академии на соревнованиях. К слову, РТА славится своей внеучебной деятельностью. Для раскрытия талантов и развития интеллектуальных способностей студентов здесь множество направлений. Многогранность личности, она неоспорима, а при этом мы понимаем всю важность творческого развития студентов. Это и спортивная деятельность, различные клубы, это и театральная деятельность. Сами студенты очень часто даже сами себя занимают. Это различные квесты, ну, естественно, это КВН, мистер и мисс РТА. Все, что связано со студенческими инициативами, это различные виды танцевальных направлений. Да, студенческие годы бесспорно самое лучшее время. И его не теряют даром люберецкие студенты. Они завсегдаты окружных и региональных мероприятий. Участники конкурса всероссийского масштаба. Победители и лидеры. С праздником, дорогие студенты! Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.